Ух. Дорогие друзья, всем маткульт привет из Снегирей. Последние деньки здесь, потом поеду на Байкал и уже буду там, в общем-то, до конца лета. Ну, на самом деле, из Снегирей я поеду еще в Крюково, оттуда в Тверь, оттуда в Санкт-Петербург, оттуда прямым рейсом в Сочи, оттуда прямым рейсом в Иркутск. Но в конце концов окажусь уже на Байкале окажусь и буду оставшуюся часть лета более-менее там, кроме уже совсем последних дней. Все еще сложнее, но неважно. Короче, это новости одновременно за июль и август. Августа таких новостей не будет. Будут на канал выходить просто какие-то ролики, которые мы уже записали, или, может быть, даже какие-то экспромтные новые, записанные оттуда. А новости сейчас будут спаренные, поэтому их будет, ну, довольно много, да. Первая новость заключается в том, что Михаил Алексеевич Саватеев выбрал физтех! Ха-ха-ха-ха! Ура, ура, ура! Он будет учиться у нас с Райгородским. Вот. Дальше. Вторая новость заключается в том, что Коля Андреев получил высшую награду в мире за популяризацию математики. Называется Лиловати Прайс. Вот, я про это написал в интернете. Мне, честно говоря, было немножко обидно, что мне ее не дали, но мне потом объяснили, что, как сказать, есть такой анекдот. Господи, дай мне выиграть в лотерею, да? Каждый день там молится кто-то. Вот, а ангелы говорят Господу, может, ты дашь ему уже наконец выиграть там хоть 3 рубля? Он говорит, да я бы дал ему и не 3 рубля, только он ни разу не купил лотерейный билет. Короче, идея в том, что на премии, оказывается, надо подавать. Я об этом ничего не знал. Вот. И, соответственно, в принципе, если вдруг кто-то из подписчиков знает про какие-то премии, которые бы мне могли дать, это было бы круто, потому что Patreon теперь как бы ушел за границу. Не очень понятно, как вообще... ну, скоро будет непонятно, как концы с концами сводить. А если бы премию какую-нибудь большую получить, то можно спокойно жить дальше. Поэтому, если в комментариях кто-нибудь укажет, какие есть премии, на которые я могу подать и выиграть, то я буду очень сильно благодарен. А пока мы все рады за Колю Андреева, поздравляем его, он наш друг. Вот, и это очень круто, что он получил эту премию. Так, скоро выйдет неземной подкаст с Сурдиным. А может, уже вышел даже, когда эти новости выйдут, посмотрим. Вот, дальше, вышли две книги. Не, еще не вышли, но скоро выйдут. Первая книга, это книга... с Филатовым. Называется «Занимательная экономика. Теория экономических механизмов от А до Я». Делайте предзаказы, ждите физического уже появления в магазинах. В общем, да, покупайте и скачивайте, естественно, в интернете. Мы потребовали от издательства, чтобы на моем сайте она висела в свободном доступе. Так, дальше будет выходить книга... «Конспект 100 уроков математики», которую я, ну, как бы, я предполагаю, что ее будут читать учителя, повышая, как бы, свой интеллектуальный уровень. Но, в принципе, она для всех, кто захочет немножко поднаторить. То есть это не книга, которую можно читать с нуля гуманитарию, сразу предупреждаю, это совершенно не так. Это именно книга, которая поможет вам получше понимать математику. Я бы сказал так, это что-то вроде Босса. Вот есть лекции по математике Босса. Валерия Ивановича Апойцева, 15 томов там что-то такое. Вот, ну вот это что-то в этом же духе по мотивам моих 100 уроков. 100 уроков, кстати, тоже постепенно дописываются, уже к концу года будет 50 с конспектами и упражнениями. Вот, имейте это в виду. Дальше. Да, естественно, этот конспект тоже будет лежать в интернете в свободном доступе, даже как бы вопросов нет. Дальше. На РБК вышел шикарный ролик. «Тренды про математику и ее место в мире» в моем исполнении. Вышел? Да просмотров очень мало, очень жалко. Добавляйте просмотры и всем, значит, про этот ролик рассказывайте всем языком. Так. Я выступил в Государственной Думе Российской Федерации. И здесь вот по ссылочке тоже смотрите, пожалуйста. Там как раз куча просмотров. Она пошла, значит, в топ куда-то. Мое выступление пошло в топ. Ну, в общем, осветил все проблемы школы, которые на сегодня есть, которые я успел осветить за те 5 минут, которые мне дали. Так, интервью на аудиостатьях, более подробный разбор ситуации в школах. Там уже значительно, типа часа времени тоже. Заходите, смотрите, думайте. Вот.
Ну и еще несколько интервью в разных газетах, в том числе в газете Измайлова нашей районной, скоро выйдет в интервью со мной. Вот, по ссылке те, которые вышли, уже указаны. И несколько видео на канале «Гроза» у Николая Росова на родительском конгрессе, интервью Бояршинову. И завершаем мы наш новостной ролик объявлением от Андрея Купавского про то, что в лаборатории комбинаторных и геометрических структур в МФТИ открыт конкурс на позиции постдоков. Вот по ссылочке заходите. Ну это же очень круто, да, постдок в России. То есть живете здесь, на родине, получаете нормальные деньги, занимаетесь наукой, и все, и вам ничего как бы не нужно больше на свете. Вот, я сказал, что мы этим завершаем, но еще я напоминаю про магистратуру в Майкопе, про которую я уже говорил в одном из предыдущих роликов. И тут вот приехали ребята снимать меня, я стал амбассадором, как они называют это, олимпиады «Выходи решать». О, только это не олимпиада контрольная, всероссийская контрольная «Выходи решать». Имейте в виду, в сентябре вся эта движуха будет, выходите и решайте. Ну вот теперь вроде бы все, встречаемся в сентябре. Значит, 5 по 9 я буду в Майкопе. Наверное, с 5 по 8 в Майкопе. И, может быть, в Нальчик заеду или в Кабардино-Балкарию куда-то еще. Там ближе к делу посмотрим. Я не туда. В Нальчик это октябрь. Сейчас уже не помню ничего. На югах буду, вот в Майкопе точно буду. Дальше 12 сентября Нижний Новгород и 13 сентября Волгоград. Вот это то, что я помню. В Волгограде будет лекция для школьников. Надеюсь, что взрослых тоже можно будет провести на нее. В Нижнем наверняка тоже на какое-то из мероприятий можно будет пройти всем. В общем, это следите за объявлениями, но следите за ними уже ближе к сентябрю, потому что, да, до этого, наверное, мы просто будем вне... Как цифровая токсикация сильнейшая сейчас у меня. Или интоксикация, как это называется. В общем, нужен цифровой детокс, то есть выход из интернета. Ну и дальше тоже все, конечно же, закрутится. Будет Орленок, будет Шаталинская школа, будет Новосибирск в конце месяца сентября. И наверняка я что-то еще пропустил. Всем, Маткульт, привет и хорошего остатка лета!